Быть одному — прекрасно, но чувствовать себя одиноким — ужасно. Потому что одиночество означает, что где-то вы сделали свою индивидуальную природу настолько исключительной, что у вас нет никакой возможности почувствовать связь с жизнью вокруг вас. Конечно, на новом месте у вас могут возникнуть некоторые трудности, я признаю это. Но важная вещь, которую нам следует понять в отношении любого человека — мы приходим в одиночку и уходим в одиночку. Когда мы здесь, мы ищем других людей, готовых путешествовать с нами в качестве попутчиков. И это не обязательно должно быть только в одной форме или в одном или другом типе отношений. Это может происходить множеством способов. Итак, прежде всего, если вы не конкретизируете свою индивидуальность, что я такой-то человек, я такой-то национальности, такой-то расы, такой-то религии, или я такого-то пола, или что-то еще, если вы будете просто немного открыты для жизни, которой вы являетесь, то увидите, что одиночеству нет места. Вокруг слишком много людей. Как вы можете быть одинокими? Просто дело в том, что вы не можете улыбнуться человеку, которого никогда раньше не видели. Чтобы улыбнуться вам, я должен знать, кто вы, откуда вы, чем занимаетесь, только тогда я смогу улыбнуться вам. Это ужасное условие для человека. Почему вы не можете просто улыбаться? Хоть чему? Почему вы не можете улыбаться небу? Почему вы не можете улыбаться дереву? Почему бы вам не улыбаться облаку? Почему вы не можете улыбаться солнцу, которое пытается спалить вас дотла?